Добрый день. Здравствуйте, дорогие мои друзья, инвесторы, партнеры, все, кто меня видит. Будем с вами начинать. Меня зовут Федорова Любовь. Я эксперт в компании, достигла такого статуса, просто статус-эксперт. У меня есть небольшая команда, но достаточно такая емкая, можно сказать, работающая, трудоспособная, может быть, иногда расслабляется, но все-таки. И мне выпала такая честь немножечко делиться с вами своим опытом и провести несколько вебинаров по дубликации. Эти вебинары я разделила на 8 частей, у меня уже получилось, потому что в системе дубликации есть такой определенный скелет, когда мы понимаем, что чтобы успешно построить команду, чтобы сделать, можно сказать, первые успешные шаги в бизнес, нужно научиться дублицировать. Дублицировать более успешных, дублицировать своих наставников, как мы называем спонсоров своих, которые нас пригласили. И если мы научимся вот эту систему дублировать, то у нас будет получаться хорошо выстраивать свою команду. Мы можем присматриваться к успешным людям, мы можем какие-то ловить их фишки, повторять, применять в своей работе, но мы полностью самого человека не сможем повторить, мы не сможем стать им, мы не сможем сделать стопроцентно такой же результат, но если мы научимся понимать эту систему, дублировать эту систему, то у нас и получится, работая по этой системе, создавать команду. То есть, может быть, наша команда даже будет больше, чем у нашего пригласителя. Все зависит от того, насколько мы мастерски овладеем этими знаниями. И вот сегодня у нас пятая тема, но уже вторая часть пятой темы. Мы уже рассмотрели постановку целей, создание книги контактов и способы работы с ней, как планировать время, как делать телефонные звонки для того, чтобы это было продуктивно и мы не теряли время. И дальше мы говорим о том, как мы делаем презентацию. И на прошлом вебинаре я рассказывала вам, что такое основной побуждающий фактор, как в беседе с человеком выявить этот основной побуждающий фактор для того, чтобы суметь привлечь его в компанию и дать ему возможность понять, что именно то, что его волнует больше всего, то, что ему нужно больше всего, он как раз может у нас получить. А сегодня мы поговорим о том, как в презентациях, вернее, как в беседе с человеком понять, что он за человек и что ему предложить. И предложить так, чтобы мы стопроцентно попали в точку. Вот как раз для этого нам и нужен основной побуждающий фактор, чтобы мы понимали, на что делать направление, да, но в то же время, как его делать, какими словами его делать. Это все зависит от того, кто сидит перед нами. И вот мы сейчас поговорим о психотипах, на что делать акценты, когда мы разговариваем с человеком, принадлежащему тому или иному психотипу, и какие бывают ошибки. И для того, чтобы их не делать, нам нужно их осознать. Итак, четыре психотипа существуют, их разделяют вот на четыре такие группы. Для того, чтобы можно было легче их запомнить, им даны очень простые названия. Это командир, звезда, гуманист и аналитик. Аналитика еще иногда называют дипломатом. Так их принято делить на эти четыре группы, и даже как-то строятся какие-то графики, какие-то диаграммы, то за ними как раз и закреплены вот эти вот даже цвета. То есть командир обозначается красным цветом, звезда обычно желтым, гуманист зеленым и аналитик синим. Вы даже, может быть, найдете где-то какие-то диаграммы, они не будут подписаны, но вы сразу поймете, о чем там речь. Конечно, бывают люди смешанного типа, когда в одном человеке где-то что-то от командира, что-то от звезды, что-то от гуманиста. Где-то они могут все четыре типа в себе вмещать. Но это, наверное, информация больше нужна психологам, когда они с этими людьми реально работают и устраняют там какие-то проблемы. Мы сегодня поговорим конкретно о самых ярких выраженных
таких характеристиках этих типов и как с этими людьми разговаривать, основываясь вот на их характеристиках, потому что каждый человек, он транслирует себя каким-то образом в мир. Даже по названию понятно, что есть командиры, и мы прям четко понимаем, мы можем посмотреть на человека, послушать его или посмотреть, как он с кем-то общается, скажем, ой, ну командир, да? У нас очень часто бывает так, что у нас командиры в семье, жены бывают командирами. Вот. Потом звезда тоже, мы говорим, ой, ну все, ну это точно звезда, да? То есть мы понимаем, что мы как-то можем это определить. И вот сегодня мы немножечко проговорим, как мы это можем определить. То есть командир. Есть такой мультфильм «38 попугаев». Вы знаете, я один раз увидела пример сравнения героев этого фильма с психотипами, и мне он очень понравился, потому что я настолько понимаю, как это соответствует, что мне хочется вам тоже об этом сказать. И, наверное, вот этот герой, он поможет нам запомнить конкретно название этого психотипа. Командир в мультике был попугай, который командовал, заложив крылышки за спину, ходил, мерил там удава шагами, да, то есть он реально командовал. Вот, потому что для командира очень важно понимать, какова цель какого-то действия. То есть если мы ему о чем-то говорим, мы должны ему тут же сказать, цель такова, потому что это человек, который четко знает, чего он хочет. Он четко знает, как к этому идти, как этого добиться, как этого достичь. То есть, когда мы говорили о целях, и мы вот намечаем, как нам идти к цели, вот у командира составит путь, когда у него есть цель, составить путь, по которому он пойдет к этой цели, не составляет никаких проблем. Он четко по шагам может все расписать. Для него очень важно, как высокие стандарты, для него важно, когда это выгодно, прибыльно, когда это все открыто и видно, то есть он понимает, ради чего он это делает. Ему очень нравятся люди, которые надежные и хорошо подготовленные к работе. То есть из них получаются хорошие руководители, хорошие начальники, если они умеют, конечно, справляться со своими эмоциями, потому что это человек, который может и эмоции наружу выплескивать, то есть он может повысить голос, он может грубо что-то сказать, он может обрезать. То есть если ты в чем-то не прав, он тебе прямо об этом скажет, да, ты здесь не прав, и обижаться на такого человека совершенно нет смысла, потому что с ним нужно быть правдивым, с ним нужно быть абсолютно открытым, то есть не нужно юлить или что-нибудь придумывать, да. У них жесты такие достаточно яркие и больше, наверное, указательные жесты, когда вот он говорит, я знаю вот это, вот надо делать вот так, а это надо делать так, да? То есть вот это все относится к характеристике командира. Следующий у нас тип – это звезда. Кто у нас такие звезды? Это открытые, доброжелательные, во всех своих смыслах положительные люди, которые любят быть в центре внимания, которые любят все такое яркое. То есть они и себя транслируют в мир ярко, и они принимают мир и информацию точно так же, как вот любой из этих психотипов. То есть ему гораздо проще будет понимать, если вы будете говорить на его языке. Вот. Для звезды очень важны атрибуты статуса, успеха. Это, знаете, человек-праздник. Он такой позитивный, легкий, его очень, он легкий на подъем, его можно быстро завести на что-то хорошее. Вот. И он будет прям весь такой, как сказать, брызгать, фонтанировать хорошими эмоциями. Вот, но он очень не выносит критики, и его очень легко можно погасить, сломать и обидеть. Поэтому это тоже нужно учитывать. То есть звезда – это как артист, который вышел на сцену. Ему надо, чтобы его увидели, услышали и восхитились. Я не говорю о том, что нужно как-то лицемерить или что, да, но если вы увидели звезду, которая одета в красивую какую-то яркую одежду, и видно, что он этой одежде придает значение, но
но не жадничайте, но сделайте ему комплимент, ну скажите, что вот, боже мой, какой же у тебя красивый шарф с этой золотой там вставкой какой-то или еще что-то, да, потому что они действительно любят все очень яркое. И вот в мультфильме это была мартышка, которая... Вспомните, как она себя вела. Она и на пенечек, и на заборчик, и еще куда-то залезет, и на веточке повиснет. То есть человек, который все, животное, которое всегда привлекало к себе внимание, и надо было в центре внимания, то есть она даже меняла положение свое на сцене, так сказать, да, для того, чтобы за ней все время следили. Потому что если она будет где-то в уголочке говорить что-то, то, естественно, как и к собеседнику, который там что-то бубнит монотонно, теряется интерес. Нет, это не для звезды. Да? Звезда у нас все-таки любит быть в центре внимания. Гуманисты. Кто такие гуманисты? Для них это люди тоже абсолютно позитивные, для которых очень важно общение с людьми. У них вообще акцент делается на взаимоотношения с людьми. То есть они поддерживают, они заботятся об окружающих. И для них важно, что если они что-то делают, то это обязательно должно нести какую-то пользу. И пользу, может быть, даже меньше себе, сколько вот обществу, людям окружающим. То есть их это вдохновляет, когда они нужны кому-то. То есть для них очень такие чувства им присущи, это человечность, какое-то сопереживание. Вот. Для них точно так же очень важны оценки других. Если они что-то делают, и они прекрасно понимают, что от этого есть польза человечеству, им все равно очень важно, что другие думают о них, о их поступках, о их занятиях, чем они занимаются. То есть это все равно для них имеет очень большое значение. Они достаточно творческие люди, они трудолюбивые люди, они могут очень спокойно, размеренно что-то делать. То есть они не будут вот фонтанировать как звезда. Хотя, опять, если у гуманиста что-то получается, получается хорошо, и он видит, насколько классно и здорово всем вокруг, то да, у него тоже будет такой, знаете, живость во всем, но это все будет результатом того, что он увидел свой результат, он увидел обратную, получил обратную связь, да, тогда он посмотрел, какое впечатление он производит на окружающих собой своими действиями, вот тогда и у него будет такая же отдача. Гуманиста тоже, если критиковать и убеждать его, что то, что ты делаешь, это совершенно никому не нужно, это тоже его может очень сильно погасить, это может его сломать. Но они все равно, они нацелены на, они ориентированы на отношения с людьми, и это более такие вот человечные люди. Они за справедливость, они вот могут мирить кого-то, если кто-то поссорился. Вот гуманист там очень такой в роли переговорщика или как это, посредника, да, такого, он тоже может хорошо выступить. Вот в мультфильме это был удав, когда он долго думал, что, а может быть вот так, а может быть вот так, вот, да, то есть ему надо было, чтобы везде было все правильно, везде было все хорошо. И последний у нас – это аналитики. Они больше такие, для них все должно быть точно, спокойно, разложено по всем полочкам, все должно быть абсолютно ясно. Если что-то непонятно, он будет копать, искать нужную информацию, пока вот все до винтика не разложит до полного понимания в своей голове. Ему очень важны цифры и какие-то факты. Ему нужен анализ ситуации и какие-то сопоставления, сравнения, потому что все должно быть систематизировано, все должно быть в полном порядке. Точно так же, ну, как бы точность им нужна, они хорошо контролят ситуацию, да, они умеют контролировать ситуацию, потому что они видят, во-первых, риски, они видят какие-то неточности, они видят, тут же замечают какие-то несоответствия, и они ориентированы на дело. Дело должно точно так же спокойно, но идти и двигаться вперед.
да, не на каких-то эмоциях, не на каких-то, не на какой-то спешке, потому что надо, надо, надо. Нет, дело должно двигаться вперед, но полностью по точно намеченной схеме, не спеша, шаг за шагом. Первый шаг сделали, полностью его сделали, и тогда только переходим к следующему шагу. Сделали мы второй шаг, мы понимаем, что здесь больше нет ни сучка, ни зазубринки никакой, мы переходим к третьему шагу. Кстати, вот мне очень нравится, но Анатолий Эдуардович, наверное, тоже работает именно так, как он говорил. Мы делаем определенный объем работ, и только тогда, когда мы сделаем до конца и поставим последнюю точку, мы можем выпустить новости и сказать: это мы сделали. Да? И дальше мы переходим к следующему шагу. То есть вот в этом плане дипломатичность Анатолия Эдуардовича очень тоже ярко выражена. Ну, в мультфильме это был слоненок, который все подвергал сомнению, которому надо было все уточнить, что-то еще выяснить. Да? Вот такие вот у нас дипломаты. В прошлый раз мы говорили, что очень важно при первом контакте создать доверие. Так вот, здесь как раз и нам помогают вот эти психотипы, когда мы, хорошо, если мы уже хоть примерно знаем этого человека, да, и мы сразу понимаем, как с ним общаться, вот. Но если мы его не знаем, то как раз самый первый контакт и нам позволит распознать, кто он, как он к нам подойдет, как он представится, в чем он будет одет, да. То есть, ну, мы все равно понимаем, что у нас есть как бы свои правила. Это когда мы говорим первыми, когда мы представляемся, потому что, ну, как правило, мы же назначаем встречу, значит, мы начинаем первое говорить. Это по правилам этикета так должно быть. Вот. Точно так же мы выдерживаем корпоративный стиль в обязательном порядке. И вот при этом первом контакте очень будет хорошо, если мы сумеем распознать человека. И нам тогда гораздо легче будет вести с ним беседу. Итак, при первом контакте, что мы говорим, как мы себя ведем при первом контакте? Вот, вот у нас, на него у нас есть буквально считанные, не знаю, секунды, ну там несколько минут. Вообще, да, говорят, что первое впечатление о человеке складывается в первые 90 секунд, это всего лишь полторы минуты. Вот, и нужно учиться быстренько вот понимать, кто перед нами. То есть, но вот как только мы поняли, что мы делаем при первом контакте с командиром? Мы говорим четко, коротко и конкретно, так, как он любит. То есть мы говорим, что если вот мы его пригласили, я тебя пригласила на беседу, потому что я хочу тебе предложить такой-то, такой-то там, допустим, проект, или я занимаюсь стартапами, я понимаю и знаю тебя, или там мне рекомендовали вас как человека достаточно серьезного, ответственного, который умеет ставить цели, который знает, чего он хочет в жизни, поэтому мне хотелось бы с вами встретиться, потому что я понимаю, что я могу вам что-то предложить. То есть мы говорим четко. Если мы встречаемся со звездой, естественно, мы улыбаемся, мы показываем искренность и заинтересованность. Здесь в обязательном порядке сначала комплимент, можно даже о погоде, да, то есть абсолютно свободные позы. Можем угостить его чем-то, допустим, мы закажем там две чашечки кофе, да, там, если мы в кафе где-то встречаемся. То есть нам, к звезду, мы должны в любом случае, даже если этот человек нам не знаком, мы должны его встречать как друга, как старого знакомого, может быть, да? Вот. Либо, ну, действительно, не жалеем комплиментов, потому что, во-первых, любому человеку есть за что вообще сделать комплимент, есть за что человека похвалить. То есть любой человек заслуживает этого, да, позитивной какой-то эмоции. Ну, а звезде это просто необходимо. Вот. Что мы, как мы себя ведем с гуманистом? То есть мы проявляем интерес к нему. То есть можем спросить о его самочувствии, может, как вы добрались, допустим, да, если это совсем-совсем чужой человек, как вы добрались, там еще какой-нибудь вопрос подготовьте, который покажет, что вы заботитесь о нем, что вы переживаете, что вы искренне.
Вот, что вы готовы там его поддержать. Может быть, он вам скажет, что я там устал, у меня там что-то сломалось, у меня там сумка, это, ручка у сумки оторвалась, да, вот, ну, тогда мы, конечно, и посочувствуем, и, может быть, скажем, давайте попробуем, может быть, мы сможем что-то сделать. То есть тоже мы не набрасываемся на человека со своими какими-то предложениями. То есть мы сначала показываем свое искреннее к нему отношение и так как он ценит участие, так как он сам участвует помогает людям, участвует в их жизни, в решении каких-то проблем, точно так же хорошо, если у нас есть возможность проявить участие. То есть гуманисту тоже точно так же можно его чем-то угостить, сказать, я позаботился уже, я уже заказал, да, даже если он сам захочет за себя заплатить, сказать, ну, я не знаю, как он, вот я заказал, ну, вот, если что, если ему там это не подходит, не нравится, ничего страшного, без претензий. Да? Вот. С дипломатом, конечно, мы рассказываем ему больше всяких деталей, показываем свой искренний интерес, экспертность и компетентность. Точно так же, как дипломат любит детали, точно так же и мы детализируем ту информацию, которую мы ему рассказываем. Да? То есть мы точно так же, как и он, настраиваемся на его волну. И общаемся с ним таким образом. Что нельзя делать при первом контакте? При первом контакте с командиром, конечно же, нельзя там сразу манипулировать, показывать какую-то свою некомпетентность, что-то допридумывать, что-то сочинять, вот, быть нечестным, преувеличивать, знаете, как говорится, невкусную конфету заворачивать в какую-то красивую яркую бумагу не нужно. Если командиру мы рассказываем четко о чем-то, и вдруг он задает вопрос, на который мы не знаем ответа, естественно, мы ничего не придумываем. Мы не говорим что-то, чтобы это звучало очень красиво, чтобы это придавало ценности нашей информации, да? Мы можем честно сказать, что я не задумывался, я не интересовался там, я не смотрела эту информацию, или если это что-то буквально новое, свежее, я еще не видел эти новости, но к следующей нашей встрече я обязательно детально изучу и дам вам полностью информацию. Ну, либо, как мы говорили, я вам пришлю, я вам дам, да, то есть это уже как вы договоритесь. Но самое главное, что мы не показываем свою некомпетентность, потому что есть вероятность, что он уже перед встречей с нами, зная, о чем вы будете говорить, допустим, посмотрел какую-то информацию и узнал то, о чем вас сегодня сейчас уже спрашивают. Может быть, случайно он этот вопрос задал. Может быть, специально он этот вопрос задал, посмотреть, насколько вы компетентны, насколько вы осведомлены. Поэтому, если мы будем что-то сочинять и будем нечестными, то это может, естественно, мы сами себя подставим и не будем серьезным человеком в глазах собеседника, да, и мы можем полностью испортить этот первый контакт, и уже нас не будет воспринимать всерьез. Естественно, человек заблокируется и не будет даже слушать уже наше предложение. Он может из уважения там отсидеть до конца встречи, но тем не менее он уже будет примет для себя решение, что человек нечестный, человек преувеличивает, приукрашает, и все, я пас. Вот. Со звездой то это такая же история, не нужно, нельзя быть неискренним, нельзя звезду критиковать, то есть принимайте этого человека таким, какой он есть, если он какой-то неформал или еще что-то, то есть нас это не касается на самом деле. Примите такого человека, научитесь с ним общаться, то есть спорить с ним тоже, ну, нехорошо с ним спорить, потому что каждый имеет право на свое мнение, а для звезды его мнение иногда бывает важнее всех, и, естественно, важнее нашего. Поэтому, ну, есть у него свое мнение, уважайте его, точно так же, как мы хотим, чтобы уважали наше. Да? Ну, естественно, нам тоже не мешало бы выглядеть хорошо, красиво. То есть, если мы звезде делаем комплимент за что-то такое там красивое, какой-то бантик, который есть на нем, да, то хорошо, если у нас будет что-то такое вот экстравагантное, и он нам тоже сделает в ответ комплимент. И вот у нас уже прям такой союз получился. Гармония, можно так сказать. Вот. Гуманист принимает информацию не очень быстро. Поэтому, когда мы ему что-то рассказываем,
то мы не должны быстро говорить. Он пропустит некоторые слова и потеряет ниточку. То есть если мы командиру можем говорить четко, даже быстро, но это должно быть абсолютно четко и точно, то гуманисту лучше это все рассказывать, пояснять. Если мы задаем ему вопрос, обязательно нужно слушать. Если мы не будем его слушать, а будем только как бы брать внимание все на себя, то этим мы тоже можем испортить нашу встречу уже буквально при первом контакте. Вот. Гуманиста не нужно торопить с решением, он будет взвешивать. И он взвешивать будет именно в том контексте, насколько ваше предложение полезное, насколько ваше предложение нужное и сколько хорошего и доброго оно в себе несет. Поэтому его нельзя торопить с решением и, естественно, навязывать свое мнение, потому что он все равно будет рассматривать все со своей точки зрения, со своей позиции гуманиста. Вот, поэтому свое мнение вы можете высказать, но мы не можем навязывать. Нет, вот только я так прав. Конечно же, нет, потому что он, может быть, полжизни живет гуманистом и таким человеком, который там альтруистом каким-то, да, потому что это его позиция, жизненная позиция, а тут мы начнем ему навязывать какое-то свое мнение, что это глупо, так делать не надо, думай только о себе, заработай только вот для себя, да, то есть нет, мы этого всего мы не делаем. Вот, но и с дипломатом, естественно, мы не можем преувеличивать выгоду, потому что он все равно все разложит по полочкам. Мы не можем вступать с ним в спор, потому что он покопается в деталях, и он найдет свою правоту, потому что он в принципе, вернее, докажет свою правоту, потому что он в принципе будет говорить и утверждать только то, что он уже там 10 раз проверил, да, и если вот он вам дает эту информацию, а вы начинаете с ним спорить, то это тоже портит уже вот это первый контакт, то первое взаимоотношение портит, потому что дипломат, например, вы могли, может быть, сталкивались с такими людьми, которые приходят в магазин, и когда менеджер подходит и говорит, чем вам помочь, может вам помочь выбрать. Вот дипломаты как раз-таки всегда говорят, я уже знаю, что я хочу, спасибо, мне помощь не нужна. Да? То есть человек все равно начнет с того, что я сюда пришел, потому что я знаю, чего я хочу. Да, может быть, он не докопался где-то до каких-то деталей, и он может задать, допустим, продавцу такой вопрос с подковырочкой, вот, что не будешь знать, как ответить, да, какой-то из глубины, из большой глубины он достанет эту деталь какую-то, да, которую он спрашивает. Вот, поэтому, готовясь к беседе с дипломатом, нужно достаточно большую информацию изучить. Вот мы сейчас будем дальше говорить, как готовиться к беседе с дипломатами. Вот. Ну и мы можем полностью разрушить доверие при первом контакте, вот прям сразу мы можем разрушить, если с командиром мы начинаем суетиться, говорить много слов, то есть, вот, то есть естественно, как уже и подчеркивалось, то есть какая-то в этом будет некомпетентность, это будет какая-то откровенная лесть, какие-то неправдивые, может быть, какие-то комплименты, восхищения. Нет, командиру нужна точность, поэтому ему не нужна фальшь, да, то есть нужно без фальши. Со звездой можно разрушить доверие, если мы начнем его грузить какой-то информацией, будем говорить ему каких-то очень много цифр. Все, он перестает нас воспринимать, потому что это не та информация, которая ему нужна. Гуманист – это какая-то фальшь, манипуляция этим человеком, потому что если мы видим, что он много помогает людям, очень важно не использовать его, да, то есть не манипулировать этим человеком, не грубить ему и не выглядеть таким, который, ну вот сейчас этот такой классный, он заботливый, я сейчас о нашей технологии ему так расскажу, что он мне быстренько поверит, то есть это тоже фальшь, она тоже очень чувствуется. То есть, ну,
Мы в любом случае всегда должны быть искренни. В любом случае наш проект, мы приглашаем свой проект на эмоциях. Мы сами переживаем эти эмоции, положительные эмоции. Мы понимаем, насколько он классный. И на этой же эмоции мы и приглашаем людей. И поэтому, мне кажется, когда ты все это пережил, то здесь и не нужно ни фальшивить, не нужно ни приукрашать, потому что у нас и так столько достижений, но что там еще приукрашать? Их бы вообще всех в голове удерживать и успевать за новостями, которые поступают, чтобы порадоваться каждому новому достижению. Да? То есть нам не нужно ничего придумывать. Ну и на дипломата, если мы начнем на него давить, это самое такое для него больное место, тогда мы разрушим взаимоотношения с ним, он тоже может закрыться. То есть ему нельзя на него давить. Мы можем копаться в деталях, но решение он будет принимать сам в спокойной обстановке, потому что это тот тип людей, которые дольше всего принимают решения. То есть если командир эмоциональный и принимает решение очень быстро, потому что он быстро видит выгоду, он быстро понимает все, он принимает быстро решение. Если звезда принимает решение на эмоциях, то есть пока он весь в эмоциях, пока ему все нравится, он принимает решение и идет. Гуманист будет думать, взвешивать со своей позиции все, да, он будет медленнее принимать решения, но дольше всего будет принимать дипломат, поэтому на него ни в коем случае не оказываем никакого давления. Дальше мы переходим к презентации проекта. Я немножечко буду повторяться с прошлым вебинаром, потому что это все-таки они связаны между собой. Это одна тема, да? Мне просто хотелось немножечко на акценты ее разделить. То есть как мы делаем презентацию? Для начала мы рассказываем о проекте, о технологии. И для этого, конечно, мы используем только готовые презентации, которые у нас есть. У нас есть на 56 слайдов, на 101. Сейчас будут еще новые материалы, да, именно конкретно, что касается технологии. Мы можем, понимая, сколько у нас есть времени на беседу с данным человеком, мы можем выбрать презентацию, большую или маленькую. То есть не советую брать большую презентацию и быстро ее пролистывать, ну, чтобы уложиться в то время, допустим, в которое у нас сегодня есть на беседу, как мы запланировали на презентацию. Лучше заранее подготовиться, особенно это важно будет дипломату, он и командиру, они будут видеть эту вашу подготовку, нашу подготовку, я тоже все это делаю. Лучше тогда самим просмотреть готовую презентацию, выбрать оттуда те слайды, которые вы хотели бы точно показать и на которых вы хотели бы остановиться и поговорить, и из этих слайдов создать презентацию примерно на то время, которое у вас есть на эту беседу. Можете сделать заготовки себе, допустим, одна у меня короткая на 15 минут, одна на полчаса, а одна у меня на час, потому что я знаю, где, когда я могу с кем поговорить. Вот. Самое главное, нужно соблюсти схему, правильную схему, когда мы сначала рассказываем о проблемах глобальных, которые существуют там в экологии, там в транспорте, вот. Дальше мы показываем, какое решение этой проблемы есть у нас, что несет наш проект для решения данной проблемы, это очень важно, и возможность участия в проекте. То есть есть такая схема, и мы даже самую маленькую презентацию строим и ведем по этой схеме. Также у нас есть лендинги. Вот у меня буквально вчера звонил человек и сказал, я не могу найти ни одной реферальной ссылки. И я начинаю объяснять, а человек давно работает, давно. И она говорит, я вообще не могу найти. То есть лендинги, наши реферальные ссылки сейчас находятся в лендингах. Это как рекламный электронный, в электронном виде рекламный такой проспект, как рекламная брошюра. И то есть если вы берете лендинг из своего кабинета и отправляете
своему клиенту, то он в любом месте, где бы он не нажал на кнопочку «Зарегистрироваться», в начале, в серединке или в конце, там несколько раз повторяется «Пройти регистрацию» или «Зарегистрироваться», он в любом случае окажется в вашей первой линии. Поэтому используйте эти лендинги. Но бывает так, что если под рукой у вас нет ничего, и у вас только есть этот лендинг, ну, чтобы не открывать интернет, допустим, не знаю, не искать какие-то ролики, не попасть на какой-то, всякое бывает, да, то вот в этом лендинге настолько много информации, настолько вы по нему можете провести презентацию проекта, если даже у вас нету никакой готовой презентации, да, у себя. То есть по нему можно. Но точно так же в помощь нам идут ролики с официальных каналов. Они, правда, тоже бывают на разные темы. Они бывают такие длинные, короткие. Может быть, нам не все нужно из того, что там есть в этом ролике. Поэтому, еще раз говорю, очень хорошо это делать именно с помощью лендинга. Вы их сами предварительно просмотрите. Там есть один, который больше акценты стоят на технологию. Где-то есть такой, где больше акценты стоят на инвестирование, да, на выгоды какие-то. Выгоды для нас, как инвесторов, допустим, как людей, которые поддерживают проект. Вот. Есть прямо как технологии, какие выгоды для вообще человечества и для всей планеты. То есть, и когда вы их изучите, очень хорошо, вы сразу понимаете, опять-таки, вы сразу понимаете, какой из них открыть, какой из них отправить, какому психотипу людей. То есть все очень-очень-очень помогает нам работать. Но точно так же мы используем печатную литературу, атрибутику с нашим логотипом. Для звезды это будет очень актуально, потому что если еще он будет знать, что у нас все это можно получить, сейчас мы будем дальше об этом говорить, да, то вот звезда это любит такое все, вот опять-таки атрибуты для него были какие-то успеха, там, какой-то звездности, в общем. Вот. Дальше у нас, я потом покажу, дальше, вернее, есть материалы, которые у нас на самом деле вот сегодня прям существуют, да. Вот. Также мы показываем инвестиционные возможности. Это важно очень для командира и для дипломата, потому что дипломату важны очень выгоды, и мы должны показать ему, какие есть выгоды. Для командира это архиважно, он должен понимать, что если я делаю то-то, то-то, то что я от этого получу, какова моя цель вообще, цель вот этих всех моих действий, да, то есть для командира это очень важно, показать инвестиционные возможности, вот. Ну и приглашение в бизнес, опять-таки мы смотрим, какая у нас встреча, это бизнес-встреча или это дружеская встреча, тогда мы даже это приглашение в бизнес делаем по-разному, мы покажем, допустим, командиру, что какой это может быть шикарный бизнес, вот, а тому же звезде мы покажем, что здесь можно заработать деньги и путешествовать. Сейчас буду дальше об этом говорить. Вот. Гуманист, тут же можно показать ему, как участие в этом бизнесе сможет ему помочь в его стремлениях помогать другим людям. Да? И в любом случае, когда мы разговариваем с любым психотипом людей, мы, опять-таки, у нас есть еще такая схемка, пользуюсь схемкой, что качество, делаем акцент на качество вот нашего транспорта, этой технологии, да, то есть мы говорим о том, что это безопасность, что это экологичность, то есть мы говорим о выгодах, выгоды бывают и для здоровья, выгоды бывают просто для людей, когда это скорость, когда это быстрое, дешевое передвижение, и плюс выгоды в нашем проекте – это доход. То есть это как такая схема, на что мы делаем акценты, да, и доказательства, то есть для того, чтобы доказать, что у нас есть, какой у нас есть, мы, конечно, рассказываем о двух наших экопарках, которые один в Мариной Горке, второй в Шардже, потому что, опять-таки, если бы мы продавали крема, то мы бы принесли этот крем, дали бы его в руки понюхать, пощупать, помазать, и вот, пожалуйста, человек сам видит, насколько, какое качество у этого крема, какие выгоды у него, там кожа становится мягкая, там и трещинки заживляются, да, и доказательства, ну вот оно, доказательство, вот он, крем в руках. В нашем случае мы должны понимать,
что мы говорим, о чем мы говорим для того, чтобы вот эти вот качества, выгоды и, ну, показать и раскрыть. Итак, мы переходим конкретно уже к беседе с этим человеком и на что мы делаем акценты. То есть командиры ценят люксовое качество, то есть оно должно быть либо уже очень хорошо известное, либо что-то старое, но супер усовершенствованное. То есть они любят, чтобы это было качественное. Да? То есть если мы говорим о том, что мы на протяжении, там, допустим, 15 этапов строим свою технологию, то, знаете, некоторые говорят, ой, да пока вы построите, уже столько нового будет. И тогда мы говорим, что у Анатолия Эдуардовича, в принципе, есть уже и следующее поколение Юнибайка, да, как он говорил, что если что-то меняется, у нас уже есть все эти разработки. Мы очень быстро перестраиваемся, потому что все это уже просчитано и продумано. Также командиры любят комфорт, на что мы тоже можем делать акценты, функциональность. Ну вот. Финансовая мотивация для командира имеет большое значение. То есть это должно быть выгодно и это должно быть прибыльно. То есть если это здорово, выгодно, хорошо, то это все равно должно быть прибыльно. Это должно быть престижно, это должны быть высокие стандарты. Тогда командир наш принимает наши предложения. И вот когда мы делаем презентацию, вот что мы можем сказать командиру? Естественно, мы делаем акценты, что если вы принимаете наше предложение, то у нас есть статусы. Мы делаем акцент на статусах, о наших карьерных возможностях. То есть командиру можно объяснить, что когда вы достигаете статуса лидер, у вас уже есть три человека, которые, в принципе, являются вашими... Ну, нельзя сказать подчиненными, да, но членами вашей команды, которых вы можете обучать, которым вы можете помогать, у которых вы будете лидером, потому что для командира очень важно быть лидером в какой-то команде, начальником в какой-то группе. И то есть если вы достигаете статуса мастер, то у вас, условно говоря, в подчинении будет уже как минимум 9 человек, да, то есть это будут 3 лидера, у которого будет по 3 партнера. Вот, то есть это может заинтересовать командира, карьерный рост какой-то. Также можно сказать, что у нас есть возможность при определенном статусе стать, допустим, куратором какого-то региона, там, своего или какого-то другого. Можно быть наставником в этом регионе. Сейчас вот менторов новую такую должность у нас вводят. То есть это уже будет как бы дополнительный доход. Это будет дополнительное, наверное, повышение, да, вот, то есть для них важно. Потом мы обязательно, допустим, рассказываем командиру, что у нас есть 15 этапов, что каждый этап, на каждом этапе у нас ставились определенные цели, то есть вот выполнить такие работы, создать такую, собрать такое-то количество, значит, финансов. То есть каждый, и мы не переходили на следующий этап, пока мы не достигли на предыдущем всех целей поставленных. То есть для него это тоже очень важно. И вот сейчас мы уже на 14 этапе. То есть командир понимает, компания серьезная, они ставят цели, они последовательно идут. То, как привык действовать он сам. Да, то есть мы говорим ему о этапах строительства, от всего. Вот, мы говорим о том, что у нас есть 2 испытательные площадки. Мы говорим, сколько там есть, там, допустим, подвижных составов. То есть вся четкость, столько-то трасс, столько подвижных составов, столько-то сертифицировано, столько-то у нас еще там в разработке идет. Да? То есть там то-то, то-то, то-то построено. То есть когда мы говорим вот эту всю четкость, и эта четкость, она еще и... подтверждается, мы не просто рассказываем, да, мы все это можем подтвердить, вот, пожалуйста, фотографии, вот, пожалуйста, это, то это все
Ну, это все плюсы для того, чтобы командир принял решение. Да? То есть мы говорим, следующая наша цель, допустим, закончить 15-й этап, вот мы еще будем работать над этим, и следующая наша цель, допустим, там, выход на международный рынок, там, строительство по всему миру, там, то-то, 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 да, там, биржа, еще что-то. Вот. То есть чтобы он видел, что у нас еще дальше есть цели, которых мы будем достигать. Вот, поэтому вот с командиром это выглядит именно так. Что у нас ценят звезды? Для них важен импульс, улыбка, эмоция, как мы уже говорили. Командиру очень важно, чтобы это была какая-то новизна, это что-то новенькое, это что-то такое вот классное. Вот. Мы ему рассказали, он себе придумал, и вот как здорово, когда его картинка, которую мы рассказываем, совпадает с реальностью, для него это вау, потому что здесь очень важно, чтобы его зацепило, чтобы произвело на него какое-то такое впечатление, что это должно быть таким вот эксклюзивным, это должно быть эмоциональным, то есть его очень важно эмоционально тронуть. Что-то у меня сегодня со светом. Его очень важно эмоционально тронуть. Вот. Для него очень важно, что есть возможность познакомиться с Юницким. Для него очень важно, когда мы говорим, что у нас есть только для вас наличие всяких специальных условий и бонусов, то есть бонусы, скидки какие-то для звезды, это очень важно. И мы, когда уже рассказываем ему, допустим, о тех же статусах, что вот в нашей компании, когда вы инвестируете, строите команду, вы достигаете определенного статуса, то если мы звезде делаем акцент, что получая статус, вы получаете какое-то положение, вы получаете какое-то повышение по карьерной лестнице, то для звезды важно, что новый статус дает ему новую награду, значок, там ручка у нас была, да, что у нас есть возможность участвовать в каких-то конкурсах, и вот победители конкурсов у нас путешествуют, допустим, там посещение, вот как у нас было, посещение конструкторское бюро, да, в парк мы все вместе ездили, да, что посещение конструкторского бюро, и у нас был выезд победителей конкурса на производство, вот, что, принимая решение участвовать в нашем проекте, есть возможность путешествовать, потому что мы его 2 года по разным странам мира очень интенсивно путешествовали, проводили мероприятия, и сейчас закончится пандемия, я думаю, у нас... мы возобновим, как говорится, свои старые традиции. Да? Звезде будет очень важно, что он может познакомиться с Юницким, встретиться с ним в экотехнопарке, да, сфотографироваться с ним, пожать ему руку. Но мы надеемся, что еще будет такая возможность, хотя когда-то мы с ним фотографировались, он пожимал руку, мы задавали ему вопросы, окружив его, и... мы понимали, что пройдет какое-то время, и этот человек настолько будет уже недоступен, просто недоступен, потому что у него не будет времени гулять целый день с нами в экотехнопарке, отвечать на вопросы, потому что его время с каждым днем становится все дороже и дороже. Вот, поэтому, как говорится, мы радовались тому, что у нас была такая возможность. Звезде очень важно посетить экотехнопарк, сфотографироваться там внутри, иметь вот такие фотографии, выставить их где-то в своем офисе или показывать тем людям, которым он будет рассказывать о проекте. Вот. Ну, естественно, проехаться на транспорте – это в обязательном порядке. Мы ему говорим, что у нас есть такая возможность. Можете проехаться, вы можете внутри транспорта сфотографироваться. То есть все это для звезды очень важно. Кстати, статусы, высокий статус, эксперт, топ-эксперт и скай-эксперт у нас остались еще с денежными премиями, да, то есть это тоже здорово, и кроме того, что им будут вручены и значки, и также будут денежные премии, премии не маленькие, на этом мы звезде можем спокойно делать акцент. Так, следующий у нас идет гуманист.
Но для гуманиста очень важно, чтобы у него был контакт с тем человеком, который делает ему предложение. То есть не только ему должно, то, что ему технология должна понравиться, то, что она должна соответствовать определенным требованиям, которые для него важны. То есть это и удобство, и надежность, и экологичность, и безопасность, да, для людей. Вот, и для природы. Это очень важно. Но в то же время ему очень важно, чтобы у него был контакт с продавцом. То есть он очень нацелен на взаимоотношения с людьми. Поэтому если вы сумеете с ним обсуждать не только бизнес, не только технологию, но научитесь с ним обсуждать какие-то его, скажем так, не проблемы, а направление его деятельности, если вы это одобрите, если вы это поддержите, то произойдет такое гармоничное такое воссоединение, может быть, да, и вот тогда он будет дальше слушать, он тогда будет принимать наше предложение. То есть это очень ярко выраженный тип, когда в прошлый раз я говорила, что важно найти контакт и понравиться. Как только у вас появилась взаимная симпатия, а главное, мы, как человек, который что-то предлагает, завоевал симпатию у гуманиста, то вероятность того, что ему понравится и все остальное, что делаем мы, чем мы увлечены, что мы предлагаем, очень велика. То есть вот этот контакт нужен. Да? Ну и, естественно, когда мы делаем презентацию, мы рассказываем гораздо больше о экологичности, то есть мы должны понимать, что именно мы рассказываем, на каком топливе работает, да, как он работает, что здесь животным мы не угрожаем, потому что они не окажутся на рельсах, что здесь мы не флору и фауну, нет, немножечко неправильно, то есть когда строятся железные дороги, очень сильно глубоко вовнутрь копается грунт, и он укрепляется. Таким образом, иногда бывает, что мы нарушаем вот это движение грунтовых подземных вод, и может произойти так, если это была какой-то был где-то склон, неровная поверхность, то может произойти так, что с одной стороны будет как бы заболачивание местности, если я правильно это слово сказала, да, потому что там будет вода, а с другой стороны, где мы, можно сказать, перерезали эту почву, будет засуха, наоборот, да, что мы вот этот вред не наносим природе, то есть вот это очень важно говорить гуманисту, что здесь безопасность есть как для животных, так и для людей, и не просто это безопасный транспорт, да, но хорошо, если мы умеем объяснить, каким, что именно является безопасным, да, что нет столкновений, что нет перекрестков, что никто внезапно не выбежит на дорогу, про наши колесные пары, как они крепятся к рельсу. То есть, как мы не забываем, что мы все равно должны быть не просто многословны и говорить красиво и многое, мы должны еще быть очень компетентны в этом. Да? Если нас спрашивают, мы отвечаем. Что должно быть это очень важно для людей. То есть эта технология, она очень важна, потому что она несет то-то, то-то, то-то. То есть она, значит, кроме того, что она безопасна и экологична, она еще помогает людям быстро преодолевать далекие расстояния. Это будет недорого, потому что незатратно. Люди смогут встретиться, дальние родственники, которые не могут видеться друг с другом, потому что они живут далеко и дорого добираться. А вот это решает эту проблему. Да? Люди смогут устроиться в города на хорошую работу, при этом жить за городом, в хорошее место, в зеленой местности, потому что благодаря транспорту они будут быстро добираться до работы. То есть показать важность для самих людей. И когда гуманист понимает свою сопричастность вот к этому большому проекту, когда он понимает, что благодаря мне и моему участию я несу такое благо в этот мир, то он принимает это предложение, потому что ему это важно. Это его принцип. Это его жизненные, может быть, какие-то установки. Точно так же, как гуманист любит, вернее, как для него важно, как он выглядит в глазах тех, кто оценивает его поступки, как, что о нем думают, что о нем говорят. Точно так же ему очень важно, что будут об этой технологии говорить и думать люди в мире. Поэтому гуманисту можем показывать
что говорят ролики, в которых говорят СМИ о нас, как нас освещают какие-то там телеканалы, радиоканалы, благо это уже пошло повсеместно, уже такие ролики есть, о нас уже говорят, и говорят о нас уже много. Да? Какое впечатление мы производим на людей? Мы говорим о выставках, мы знаем, сколько у нас было выставок, многие в Берлин ездили на транс-выставку, они могут свои живые тоже эмоции рассказать о том, как люди реагировали на наш стенд, как толпились около нас и люди, и участники выставки с других стендов, они по очереди прибегали посмотреть на это чудо, что там за ракету привезли, да, то есть очень было много вопросов, было много корреспондентов, и интервью брали, то есть у нас на стенде все 4 дня просто как муравейник был, и я помню, мы пошли группой прогуляться, посмотреть, что еще есть вокруг, и немножечко заблудились мы на этом, потому что там же огромнейшая территория, там, по-моему, если я не ошибаюсь, 180 тысяч метров была вообще площадь этой, 80 тысяч метров площадь этой выставки, потому что там действительно транспорт внутри выставки ходил, чтобы можно было от павильона к павильону проехать. Вот. И когда немножечко мы заблудились, и мы начали ходить вот по этим коридорам, и вдруг мы издалека смотрим, в одном месте очень много людей, прямо прохода не видно. Мы такие поняли, а, ну да, это наш стенд. Вот он наш стенд, потому что там действительно было много. И гуманисту это важно. То есть вот на этом мы делаем акценты, вот об этом мы рассказываем больше. Когда человек поймет, что он свой вклад сюда тоже может вложить, то он принимает наши предложения. Следующий у нас дипломат. Что у нас любят дипломаты? Что они ценят? Цена и качество должны абсолютно соответствовать, потому что дипломат покопается, и он поймет и найдет какие-то заковырки, что вот, извините, несоответствие какое-то. Да? То есть это должна быть надежность, функциональность. Они будут мониторить рынок, поэтому хорошо, если мы сами уже какие-то ему предоставим, какие-то, не знаю, статистические какие-то данные, да, анализ какой-то. Вот. Ну, естественно, должно быть эстетичность, это человек тоже, эти люди тоже нравятся, им нравится, чтобы это было красиво, эстетично, не нашлёпано, не ярко, да, то есть наш, можно сказать, наш бренд, наша продукция действительно очень эстетична. Вот. Для дипломата это должна быть запланированная покупка. То есть так же, как мы говорили, не давить на них с принятием решения, точно так же мы должны ему дать ту информацию, которая ему нужна, ответить на вопросы, которые он нам задаст, и дождаться, пока он сам примет решение, что ему это надо. Да, мы условно называем покупкой, то есть это когда человек дает свое согласие на участие в проекте, да, я условно это называю покупкой, то есть это сделка, которую мы делаем. Вот. И вот когда мы говорим уже о проекте, когда мы делаем презентацию, то для аналитика будут важны сертификаты, какие у нас есть, за что там, на что у нас есть, то есть документы, какие у нас есть опытные образцы. То есть мы ему не только скажем, у нас есть 12 опытных образцов. Нет, мы рассказываем, у нас есть, они вот такие, их технические какие-то характеристики. У этого такая скорость, у этого такая скорость, там вместимость этих, как они крепятся. То есть вот столько-то трасс, вот такая-такая. То есть очень важны разные технические характеристики. Он может задавать много вопросов по этому, потому что если он хочет убедиться, что это безопасно, он как раз-таки и будет больше спрашивать о том, как оно крепится, а если опору выбьет, а если, там, не знаю, ветер будет очень сильный, а будет ли раскачиваться. То есть ему это будет намного важнее, чем то, что это красиво, это здорово, это спасает планету, это ускоряет наше передвижение. Он это и так уже знает. Его интересуют детальки и циферки.
Вот, он может спросить о структуре нашего предприятия. То есть, поэтому мы обязательно говорим о производстве, что у нас есть вот столько-то производств, что у нас есть конструкторские бюро. Да, то есть ему тоже очень важно, что мы сами производим, мы не покупаем, мы сами поставляем, вот даже вот сейчас в эти экотехнопарки, что у нас есть мелкосерийное производство, что мы переходим на крупносерийное производство. То есть это нужно. Вы знаете, этот человек может настолько копаться в деталях, что ему будет очень важно знать, какое образование у Анатолия Эдуардовича, что он закончил, сколько у него дипломов, да, почему он этим так занимается. Вот. Если он инженер-проектировщик высотных зданий, вот мы помним, одна из профессий его, да, то почему он вдруг занялся с транспортом, да, он работал в ракетной промышленности, зачем он занялся транспортом? То есть эти вопросы может задавать аналитик. Если сказать немножечко, может быть, грубоватенько, он будет таким занудой, да? Но это зануда только для того, чтобы принять решение, потому что он решение, если примет, он его уже не отменит, он его уже не поменяет, но примет он только тогда, когда он вас просто в этих деталях всех просто, не знаю, разложит, положит на лопатки, да? Потому что для него очень важно все проверить. И если вы что-то ему не доскажете, он пойдет опять проверять, перепроверять, копаться и так далее. Вот. Ну и обязательно мы говорим, что всю информацию вы можете еще, значит, найти на вебинарах Суходоева и Маслова. Мы обязательно говорим, когда они проходят, где и как они проходят, потому что это важно, там он будет получать действительно информацию, если ему нужно, и мы ему даем ссылочки, и тогда он, значит, туда идет. То есть вот как мы работаем с дипломатом. Так, я уже смотрю, что время немного, посмотрю, нет ли тут вопросов. Нету. Хорошо. Поехали дальше. Вот. Ну и опять-таки я уже совершенно коротко и кратко пройду о том, что для подготовки к беседе мы в любом случае готовимся, мы смотрим последние новости, берем с собой какую-то печатную литературу, обязательно, чтобы у нас был какой-то буклет, который мы можем оставить. Неплохо, если мы планируем на этой же встрече говорить о предложениях наших инвестиционных, да, то хорошо бы, если у нас был с собой распечатанный какой-то список, какие-то промо-акции, для того, чтобы тоже оставить, потому что на сегодняшний день, если человек совершенно не знает о проекте, если он не зарегистрирован, то он не может зайти и увидеть, какие у нас есть предложения. Это считается закрытой информацией для участников уже. Просто так на сайте этого нет. Поэтому если вы ему об этом рассказали, что какая у нас возможность есть, у него есть возможность, то хорошо, если вы ему оставите такой буклетик. И, естественно, мы используем материалы, о которых я тоже уже говорила, да, что это будет компьютерные, это будут печатные материалы. Я хочу еще раз сделать акцент на то, что у нас есть визитка, на которой на обратной стороне распечатан, нанесен основной побуждающий фактор, что очень легко помогает нам завязать беседу. И вот тут как раз, когда человек выберет основной побуждающий фактор, здесь тоже очень большая подсказка может быть о том, какому психотипу принадлежит этот человек. Да? Потому что если он выбирает будущее планеты и помощь другим людям, ну это уже стопроцентный гуманист, да, и мы уже знаем, как начинать с ним разговаривать. Если человек выбирает личностный рост, собственный бизнес, то мы понимаем, что это командир, для которого очень важна карьера и все остальное. То есть это нам тоже помогает. То, как человек выберет этот основной побуждающий фактор, то, как он сопроводит, объяснит, почему он это выбрал. Да, мы уже можем понять, кто перед нами. И перед нами не будет стоять трудность при первой встрече, поздоровавшись, задать какие-то вопросы, чтобы понять, кто это. Наша визитка нам очень помогает. Мы можем это делать в виде визитки, а можем это делать в виде какой-то карточки, может быть, чуть в большем формате. Ну, смотрите, как вам удобно, да? Но это очень большая помощь, вот этот основной побуждающий фактор для того, чтобы понять, кто сидит перед нами. Вот. И хочу показать вам, что у нас есть уже брошюры. Вы можете найти меня в своем личном кабинете, мои контакты, и через меня заказать. Уже на сегодняшний день все готово. У нас немножечко не получалось
формат немножечко не соответствовал, невозможно было скачать для того, чтобы распечатать. Да, все, за неделю все поправили. У нас есть брошюра на всех языках кабинета, которая тоже очень большой наш помощник, потому что на самом деле по ней можно провести целую презентацию. Еще раз вернусь к внутренней, это вот наружная сторона, да, и вернусь к внутренней стороне. То есть он показывает транспорт, что это такое. Здесь же есть сравнение по загрязнению природы с другими видами транспорта, затратами на эксплуатацию, на транспортную аварийность, также достижение проекта, который на сегодняшний день произошел, то есть какие перспективы есть у человека, с которым мы разговариваем, которому мы предлагаем, да, то есть все выгоды, наследство, там, выкупы, все. То есть брошюра настолько хороший помощник, если у нас ничего нет, ни компьютера, ни интернета, но есть с собой брошюра и есть с собой визитка с основным побуждающим фактором, вот, и есть еще у нас с собой красивая ручка с логотипом, все, мы победитель, и мы идем и делаем. Да? И еще раз хочу напомнить о том, что у нас есть большие баннеры, у кого офисы, кто хочет какие-то массовые мероприятия вести точно так же через кабинет. Это все наши помощники в работе, в ведении презентации, да, потому что точно так же по одному баннеру, например, вот по этому, который в серединочке, да, сейчас, по нему тоже можно провести целую презентацию, потому что здесь есть и наш модельный ряд, и точно так же вот сравнения всевозможные, да, и немножечко о топливе, немножечко о технических характеристиках, то есть вот, вот у нас, значит, это, не знаю, если вы видите мою мышку, нет, вы не видите мою мышку, я что-то делаю неправильно. Ладно. В общем, средняя картинка нам очень помогает сделать прям целую презентацию. Да? Вот такие виды, вертикальные и горизонтальные баннеры. Это все наши помощники. Вот. И в заключение хочу сказать, что наше правильное дублицирование, наш правильный подход, наше правильное введение нашего собственного маленького бизнеса ведет нас к большому успеху. Но дорожка к успеху, она не гладкая, она ступенчатая. Поэтому желаю всем, чтобы взяли, все, кто взял старт уже к этому нашему успеху, все-таки думали, анализировали, планировали, научились тренироваться и делать, 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 делать для того, чтобы прийти к успеху. Всем желаю успехов в нашем бизнесе. Всем желаю хорошего вечера сегодня. День становится длиннее. У нас еще очень много времени, чтобы сделать что-нибудь полезное. Всем желаю всего хорошего. Спасибо, что были со мной. До новых встреч, до следующего четверга. В следующий четверг мы поговорим о теме, как нам сопровождать и поддерживать клиента, который уже дал согласие на участие в проекте. Что мы делаем пошагово с ним дальше для того, чтобы его сопроводить и довести его тоже до того, чтобы он получил какой-то свой успех. Да? Все. До свидания. Я вас благодарю за внимание и до новых встреч.